Всем привет, с вами Анна. Сегодня я хочу с вами поговорить, просто порассуждать о том, что происходит сейчас в этом мире. О том, что возможно произойдет. Каким я вижу наше будущее. Очень хотелось бы, чтобы это будущее наступило побыстрее, но, к сожалению, за это будущее еще нужно побороться. Сейчас вот тишина, город спит практически. Каким я вижу будущее? Зеленые улицы, чистые, спокойные города. Но почему-то я вижу их не такими, как сейчас. Нет вот этой городской суеты, привычной нам. Почему-то вижу очень мало людей. Есть один большой плюс в этом всем. То, что я вижу, это энергия гармонии и спокойствия. Нет никакой суеты, нет никакой возни. Все спокойно, все хорошо. Знаете, как будто как рай какой-то. Ну, чтобы это будущее наступило, нужно очень много людей, чтобы активно транслировали в наше эфирное пространство, в нашу матрицу закладывали свою программу, каждый сколько может, по возможности, как может. Это не важно, как вы будете работать, как вы будете закладывать свою программу. Главное, это конечный результат. А конечный результат должен быть именно гармоничный, чтобы все люди были счастливы, чтобы все детки были счастливы и росли здоровыми, в здоровом обществе. Представляете каждую картинку нашего прекрасного будущего? И это будущее обязательно наступит. Я бы даже сказала, может быть, 8-10 лет, хотя сейчас ставить какие-то сроки вообще нереально, потому что все меняется ежедневно, матрица меняется постоянно. Сейчас просто сбоит матрица, потому что ну, такие вот, как мы, пытаются улучшить этот мир, а те, кто его хотят сделать хуже и подмять под себя, естественно, они тоже проводят какую-то работу. Поэтому это, знаете, как перетягивание каната, да? Вот. Сейчас как бы сложное время с одной стороны, а с другой стороны много возможностей побыть наедине с собой, начать работать с собой, изучать себя, понять, какой этот мир на самом деле. У многих сейчас открылись глаза на многое происходящее, даже на то, о чем они раньше не задумывались. Поэтому, друзья, чем больше людей будет транслировать хорошее, светлое будущее, то это будущее обязательно настанет. И вы сами в душе, где-то на подсознании, это знаете и понимаете. Поэтому давайте все вместе работать, включаться в эту работу. Переломаем матрицу так, чтобы нам жилось в гармонии и спокойствии. Thank you.
этого мира, который существовал до настоящего момента, уже не будет никогда. Но тем не менее, мы можем в нашей власти построить более лучший мир, более гармоничный. Давайте это сделаем, друзья. Всем вам желаю счастья, гармонии, удачи, процветания, самопознания. Давайте вспомним, кто мы есть и зачем мы пришли в этот мир. И давайте сделаем этот мир лучше вместе. С вами была Анаил. Всем гармонии.